Я вот все равно же сейчас время свободное. Я хотел бы поинтересоваться у людей, которые собирали одновременно два спека. Как вы это делали? Ну, я вот на своем примере сейчас просто я как думаю. Вот, допустим, пояс мне и на ШП, и на ДЦ нормально. Вот, допустим, тело мне только на хила нормально, на ШП оно мне бесполезно. Типа как... Все просто, выбираешь мейна, одеваешь мейна, все, что меняешь с лучшего шмота на еще более лучший на мейна, а все хуже, остаешься на второй спек и меняешь гем и чарки, как удобно. Только так. Ну, либо быть геймом гильдии, забирать гильдии эти шмотки, пока не надоест. Если ты будешь пытаться и то делать нормально, у тебя не то будет. Ну, типа, в рейде ты не нужен, что ты будешь средний там и там. Лучше быть в одном что-то хорошо, чем в другом средний. Ну, типа, ужасно. Не, лак норм. Я не за тело, я сейчас ну, за будущее. Просто я пытаюсь понять, как мне на будущее вот, планировать развитие. То, что лак одевается, это мне только в плюс. Их убивает только РДД. ДД не приходит к ним. Они умрут. Учитывая, что у вас, ну, типа, три совы, то с тайфунами можно. Хоть их третье царство. А две, но... У меня тайфун не качан. А, ну, ясно. У него, короче, лагает, я в любом случае получше похилю пока что. Я не знаю, он мне обратную связь когда даст, когда у него нормально будет, тогда будет хилить. Сейчас смысла нет. Еще максимально.
Вроде Настя тоже отошла, написала. Так. Шкаф поставьте.